Президентская гвардия Буркина-Фасо взяла в заложники временного президента, премьера и других членов правительства. Военные ворвались в здание, где проходило заседание кабинета министров, и задержали первых лиц страны. Глава переходного парламента назвал действия гвардии атакой на республику и ее институты и призвал сторонников организовать акцию. У президентского дворца собрались несколько сотен человек, но солдаты гвардии открыли предупредительную стрельбу, и протестующие разбежались. Переходный совет в Буркина-Фасо был создан в прошлом году после того, как прежний президент покинул страну из-за массовых протестов.